Кто сегодня играет, расскажи мне. Сегодня играет Самара против команды... Ты за кого болеешь? Я болею, конечно, за нашу Самару. С каким счетом, с какой разницей победит, как думаешь? Я думаю, то, что хоть и с маленькой, но мы должны, но наши самарцы должны выиграть. Кто сегодня играет, скажи мне? БК Самара со сложным названием. Сложное название можешь победить? Может, мы и выиграем, а может и нет. Я думаю, что если даже с маленькой разницей, но мы все равно молодцы. Мы вот никак не можем понять, кто здесь сегодня играет. БК Самара и кто? Не знаю. Я не помню. Ты помнишь? Понятно. Ладно, вы за кого болеете? За Самару. А как думаете, кто станет лучшим игроком MVP сегодня? Самара? Мы не знаем, мы пришли просто с друзьями и не разбираемся в баскетболе. Да. С кем сегодня играет БК Самара? Ну а кто выиграет тогда? БК Самара. БК Самара. Что нужно, чтобы выиграть Кубок России? Надо стараться или поддаваться. А кто сегодня выиграет? Я уверен в том, что выиграет Самара. А с кем она играет? Не помню. А кто сегодня играет в финале Кубка России? БК Самара и тем УСК СМГУ. Что-то такое было. БК Самара. Это точно. Что нужно, чтобы выиграть Кубок России? Я думаю, старание, упорный труд, а также желание победить. Больше очков забивать. Девчонки, мы спрашиваем детей, взрослых в Самаре. Никто не знает, с кем играет БК Самара. Нам напомнить надо. Темсус ГМК! А кто сегодня победит? Ребята! Там есть приз MVP. Кому он может достаться? Thank you.
86-69. Победу матча одержал команда ПК «Самара». Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Приглашаю на паркет. Давайте еще раз поблагодарим громкими аплодисментами. Золотые медали победителям! Кубок России вручается капитану команды баскетбольного клуба баскетбола. Вот еще. Спасибо! Я качал!